Привет. 60 ТП, поглядывал ничего себе. За тобой на протяжении пары месяцев. И хочу сказать, здорово, что слабовато играешь. Поработай над стрельбой. Слабовато. Хорошо. Карты знаешь. Группы брони у танков и прочие моменты подучи. Есть стример. Джо зовут. Знаешь такого? Конечно. Вот он круто играет. Да, я у него учусь. У него. Понял. Без негатива. Все хорошо. А я учусь у него, я давно его стримы смотрю. Костя, да, Костя умеет. Ладно, я посмотрю после стрима гайды. Глянем. Не, ну, зритель херни не посоветует. Как бы давно известный факт. Че, это кумыс был у тебя, что ли? Но времени у него нет объезжать, по факту. Нидин, привет. Прога 65 на фунасах. Не законтрит его. Хорошая динамика, КД и пробитие. Не, прога не законтрит. Ой, а я жопой назад медленно сдаю, охереть. Очень медленно. Ну и все, и со второго барабана я его убиваю. Только зарядить. Сука, не убил. Я очень сильно это вперед проехал и ошибся. Ну, я по тормозам-то уже дал, но выстрелить не успел. Поздно в снайперский зашел. Блин, а вот его главный минус. Он жопой назад медленно сдает. Не, ну он меня убил только потому, что я ошибся по факту. По факту. Хотя он мне мог на подъезде давать тыку. Вот этот танк получается. Ну, 60 ТП вообще не только этот танк контрит. И много других. Но этот танк замечательно контрит. 113-ка. 113-ка, кстати, тоже контрит. Она очень быстрая. Он на турбине, скорее всего. Вот, нормальный игрок попался. Он видно, ну, видно, что он и танки нормальные берет. Правильные. Не, 705 за 3 тыки не заберет. 705 как раз не контрит. Бля, я ему только не дал на подъезде.
Блин, ну у него плюс одна тыка получается. Ну, не плюс одна, плюс один, плюс одно очко, короче. По очкам он идет. И для него это очень хорошо. Ну тут все. Тут конечная. Чего ты ему сейчас сделал? От борта выезжает. Тут ничего не сделаешь даже. А, нихера себе, эта херня не простреливается, что ли? Бля, у меня пушка не опускается. А у меня пушка не опускается. И я его не каточу стыки. Ну да, он на турбине, я его, ну, не догоняю никак. Увидите, он быстрее меня. Попал. Ну хорош, хорош. Ну получается ли он не такой сильный? Так, это мы упали в сетку лузеров. Это мы упали в сетку лузеров. Ну да, я с тобой взял. Без закалки вообще. Без закалки это он с 5 тык отлетает. Го, затестим новые правила, сыграем в ничью, проверим везуху. В смысле везуху? Так, по идее, я должен дальше проходить. Ну, судя по регламенту в шапке спецбоя. В любом случае, при ничьей я дальше прохожу. Так как я позже упал в сетке. В сетку лузеров. Но на сайте регламент другой. Поэтому кому верить, хер пойми. Пойми, кому верить. Он уезжает. Ой, каток.
Чего не стреляешь? Все, сдался. Так, ну дубль 2 против того чела. Шутка. Шутка-минутка. Стоит ли сдавать корочуна по обмену? Ага, 2.79 взял. Ой, я, по-моему, говорил, да? Как раз про 2.79 на лас велили. А, не, я про химки говорил. Я про химки говорил, что на химках 2.79 сильный. Но он на боновой закалке у него. 2.840 кп. Это вроде боновая закалка. А я даже не знаю, боновая это не боновая. Блин, я реально не помню. Так посудить... Можно сказать, что у него и 60 тп на боновой закалке. Там 3010 хп было, что такое. А сколько примерно ждать записи турика на ютубе? Завтра премьера в 8 утра будет. Теперь только примеры записи я выкладывать. Ну, чисто запись видоса, запись стрима просто выкладывать не буду. Ну, как бы будет запись, но сначала премьера. Потому что запись вообще просмотра не собирает. Привет. Дай совет, что брать на трейд ин, FV4202 завалялся. Хочу поменять. Рассматриваю лисы, но нет экипажа и прокачиваемого 53. Что посоветуешь взять, кроме Т-103, естественно, КТ-СТ мне заходит. Ой, хорош, хорош, вертушечку закинул. Хорош, а я не закинул, наоборот. Блин, времени у меня не так много. Блин, успел отъехать, да? Ну, я уже так не пробью. Почти на барабан. Чего они контролят? Yeah.
Раскатил Леончик. Получается, 279 не контрит. Получается, не контрит. 60 ТП, 113 контрит. 279 нет, тяжело. О, нихера, вот этот сильный танк. Слушай, я даже забыл про него. Я вообще забыл про этот танк. А это сильный танк, ребят. Это реально сильный танк. Т-95Е6, нихера себе. Это интересно. Он, во-первых, быстрый и на ДПМе. То есть я от него даже не уеду, если захочу. Это реально сильный танк. Прикольно, прикольно. У него КД там сколько, блин, 5 секунд или 6, я уже не помню. 6, по-моему, да? Ну, чуть меньше 6. Это похороны? Думаю, да. Думаю, это похороны. Танк-то реально хорош. Блин, у меня КД первой тыки такое долгое. Так вот, кто наш Тилис авианосец, то прыгал сегодня. Наш самурай. По-моему, это Тильт. Тут лучше починить. Ну вот и все. Не, тяжело, тяжело. Получается, тяжело. Тяжело. Тяжело против этого танка. Ну, топ-1, все, топ-1 взяли. Ну, в любом случае, против него было классно играть. Хорош, хорош. Если там смотришь стрим, хорош. Это было интересно. Топ-1 турнира взяли. Так, ну, через 2 часа у нас, ребят, будет... Так, подожди, топ-1 турнир.